у него на уме? Спросим у карт Таро. Он сам не знает, чего он хочет. О чем-то мечтает. Мечтает о вас, скорее всего. Мечтает о встречах. Возможно, мечтает, что встретится с вами в каком-то людном месте. Переживает, думает об этом. Хочет, чтобы отношения были, в общем-то, более стабильными, что ли. Карта переживаний. Мужчина мечется, хочет свидания, не знает, состоится ли не состоится. Встретит он вас там, где он планирует, или не встретит. Вы для него очень манящая такая девушка, да? Хочет этого свидания. Возможно, у кого-то проиграется, что, да, если особенно вы рядом живете, что он знает. В интернете подсмотрел, где вы будете, и будет там пытаться вас встретить, да. У кого это отношение на расстоянии, то мужчина просто очень хочет вас видеть, да. Все время мечтает о вас, боится, что длится слишком долго ваше расставание, расстояние, да. Боится, что, возможно, он будет вам уже не нужен. Следит за вами в сети, пытается о вас что-то узнать хотя бы таким способом. Достаточно серьезно к вам относится.